Открытый телеканал представляет. Первый мой вопрос к вам. Да. Скажите, давайте для начала подведем итоги 2014 года. Каким был этот год для нас и продвинулись ли мы за этот год к построению более справедливого общества? Я думаю, что в Израиле произошли очень хорошие изменения. Люди начали где-то как-то понимать, что нам неоткуда ждать никаких положительных изменений, как только от себя, если мы двинемся к объединению между собой. Если мы будем каким-то образом сближаться, больше понимать друг друга, объединяться, то в этом мы найдем ключик к спасению, к большей силе, к большей справедливости. То есть через объединение мы можем решить практически все вопросы, вплоть до вопросов безопасности. Так что я чувствую, что этот год, он был в чем-то особенный. То есть даже в Израиле, даже евреи начали говорить, что объединение – это сила. Какие события ушедшего года вы могли бы назвать самыми радостными, а какие, к сожалению, страшными? Я по-другому сужу, чем все остальные люди. Ведь я все-таки смотрю на это с точки зрения системы управления нашим миром. Я считаю, что год был очень неплохим. Сознание народа начинает меняться. Они начинают ощущать, что неоткуда ждать абсолютно никаких милостей. И даже от политиков, которые собираются на новые выборы. Я знаю, что это не в их силах сделать что-то хорошее для своего народа. А люди надеются именно на них. А люди не понимают, что быть политиком – это значит быть самым большим эгоистом. Ведь все наше общество, оно эгоистическое. Все мы эгоисты. А кто политики – слуги народа. Минуточку. Кто достигает такой высоты, идя по головам всех остальных, тот самый большой эгоист. И поэтому от него нечего ждать. Только в самый последний момент, может быть, напоследок, он вспомнит немножко о своем народе. А в принципе он будет думать только о тех людях, которые его поддерживают, чтобы дальше, еще дальше продержаться у власти. И поэтому все это заигрывание перед выборами, это, я не знаю, я не вижу в этом ничего нового. И, то есть от политиков ждать в 2015 году что-то... Ни от каких и никогда. Вообще и не в 2015, и никогда больше. И вообще, да. Поэтому я не смотрю на это так. Я смотрю, насколько в этом году мы смогли объяснить народу, что такое наука Каббала, о чем она говорит, какое будущее ей видится, и каким образом мы можем с помощью этой науки действительно управлять миром. Мы же им не управляем, мы же видим... Вот этот вопрос. Управлять миром, про политиков вы сказали, что те, кто нами управляет, они самые эгоистичные, а здесь они не управление миром... Нами. Угу. Политики ничем не управляют. Так и сказано уже давно в Торе, что сердца управляющих миром находятся в руках Творца. Они не управляют ничем, на самом деле. Так что связывать с ними наше будущее, это просто не... Ну, это глупо, неразумно совершенно. Мы не понимаем, что нами руководит. Через минуту я буду о чем-то думать, завтра что-то произойдет, вчера почему-то произошло то-то, откуда я не вижу, на что я влияю и что влияет на меня. Я как-то нахожусь в отсутствии контакта с той машиной, схемой, в которой я нахожусь. Есть система управления нашим миром, мы находимся в ней, но мы ее не ощущаем. Вот как достичь ощущения этой системы управления? Как войти с ней в контакт, во взаимное понимание? Когда я бы влиял на эту систему, а эта система влияла на меня. Эта система называется высший мир, потому что она таки управляет нами, нашим миром. Мною, вами, всеми нами и неживой растительной животной частью природы. Вот как нам... Как нам раскрыть ее? Как нам влиять на нее правильно, чтобы она в ответ правильно влияла на нас? В этом и заключается наука Каббала. Пока человек это для себя не раскроет,
он будет всегда в потемках, как слепой, натыкаться на острые углы и страдать. 2015 год. Каким он будет для мира, для Израиля и для Кабалы? Я смотрю на это оптимистически. Я надеюсь еще увидеть своих учеников и вообще народ еврейский в состоянии, когда он будет действительно светочем мира, как ему и положено. От этой миссии он никуда не денется. Просто лучше поскорее ее осознать и поменьше страданий. Начинать делать в мире то, что тебе положено.